«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Доставка. Тапшырыл. Бесконтактная доставка. Бәйләнешһеҙ тапшырыл. Бесконтактная доставка. Бәйләнешһеҙ тапшырыл. Пчеловод из Чишмов организовал бесконтактную доставку меда и пчелопродуктов. Чишмә умартасыһы тура бәйләнешһеҙ бал һәм бал ҡорто матдәләрен тапшырыуҙы ойошторған. Пчеловод из Чишмов организовал бесконтактную доставку меда и пчелопродуктов. Чишмә умартасыһы тура бәйләнешһеҙ бал һәм бал ҡорто матдәләрен тапшырыуҙы ойошторған. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».